Первый раз в России начали с победы. Как говорится, как начнешь, так и закончишь. Впечатления отличные. Выиграли с крупным счетом. Соперник непростой попался. Верховую борьбу выиграли все время. Очень крупные ребята. Но мы их переиграли пасом, движением. Завтра матч с Коломягами. Будем настраиваться. Думаю, соперник сильный. Послезавтра с Томью. Команда серьезная. Тоже будем настраиваться. Также играть свой футбол. С участием Академии футбольного клуба «Спартак Москва» имени Черенкова. Ребята 2001 года рождения. Но защитник пошел вперед. Все мы знаем, Дима играл в нападении. И вот сейчас у него все хорошо со скоростью и ударом. Так что это может быть дополнительным козырем. А это первый гол в первенстве России забивает «Спартак». Абдурахманов простреливал. И кто-то из футболистов подает. Фаниль прямо в ворот, кстати, подает, а там забивает, по-моему, Бакалюк. Бакалюк отправляет второй мяч в ворота Сахалин. Ну и сейчас будет удар в створ. Удар, нет, удар в штангу. Я не могу сказать, что это, кстати, да. Данилин. Файзулин. Подача, можно забивать еще? Нет, вратарь. Маркетесов, Сунгатулин. О, хорошо, Левшук тут достанет этот мяч на самой бровке. Это вот было очень здорово. Это просто великолепно. И забивать хорошо бы направо. Такой. Абдурахманов сразу включает скорость и с мячом резко уходит. Одна такая передача закончилась голом. Вторая не закончилась. Анатолий еще. Да, разыграли. У Данилина мяч под левое. И тут не то бить. Вот она подача, мяч летел в дальний, пересекает центральный круг, успевает передачу на Данилина отдать, а тот находит свободного Файзулина. Входит штрафной Сударников, обыграл несколько раз вратаря, выложил мяч Файзулину, тот в ворота не попал. Сунгатулин подает угловой, мяч летит практически на линию ворот. Разыграли мяч, Тетерин. Подачи, тут трое спартаковцев. Еще удар в перекладину. Вот первый момент у гостей. Перекладину. Ой, какой Маркетесов передачу отдал. Ну, товарищ судья. Подачу в штрафную просил Сударик, но туда он не добегал. Данилин успевает. Выход один на один. Нога другая, но мяч в воротах. 3-0. Максим Данилин. Начинать Левшук, Литвинов. Очень хорошо. Вход в штрафную. Очень неплохо Файзулин. И пяткой Судариков просто. Играет команда. Хорошая передача. Какая Файзулин. Литвинов выложил. Файзулин проталкивал мяч под вратарем. Литвинов. Левшук подает, и Судариков обязан забивать. Ну, что, собственно, он и делал. Забивает, наконец-то, четвертый гол. 4-0. Честь называется. Илья его выиграл, можете себе представить. Вот сейчас хорошая комбинация у Спартака. Файзулин. Штанга и мяч в ворота. Закатывается, счет становится 5-0. Наконец-то реализовали момент. Предиус. Забрасывает мяч Черпак. О, как неожиданно мяч приходит к Файзулину. Но он оказался не готов к этому. Выносит Ильнур Ибрагимов. И еще удар очень неприятный. Ярусов. И вот Зинковский как раз с мячом входит в штрафную. Слушай, как на велосипеде там проехал, вот не переиграл вратаря. Но так-то все сделал здорово. Литвинов. Еще передача. И снова Зинковский замыкал. Заброс. И Зинковский снова в штрафной площади. Предиус не попадает в ворота. Первенство России. Ильнур Ибрагимов оказался в офсайде. Сейчас и все равно не забил. Подача. И Предиус. Предиус тоже забил.
Прошла передача. Не знаю, достал там до мяча Ибрагимов или нет. Может, все-таки Артем Букреев. Нет, разбегается Литвинов. Ударил чуть выше ворот. Зинковский. Бакалюк у него мяч отобрал. Тетерин входит в штрафную. Доходит до лицевой. Простреливает. И Абдурахманов ставит точку в матче. 7-0. Видно было, что ребята волнуются. Но то, что запланировали, что-то мы сделали. И не делали, скажем, лишнего. Теперь мы знакомы. Мы играли два товарищеских матча с ними в течение года. Поэтому, ну, приблизительно, что ожидали, то и было. И задача была наиграть какие-то связки. Был новый футболист у нас с фланга, сыграл активно, но пока не наладил полного взаимопонимания. Но определенные задачи перед ним будем ставить. Я думаю, будет матч расти. Скажу, соперника уважаем, будем готовиться также серьезно. И цель у нас, естественно, выйти из группы. И помимо выхода из группы, еще раз повторюсь, мы наиграем определенные связки на участках поля на различных.